Разрешаются такие вопросы, касающиеся жизни народа, судьбы народа, наших внуков, будущего нашего. Тайна от нас самих, по каким нормативам мировым это, по каким это законам, где это такое вообще возможно? Здесь все будут знать, кто где находится. Спорного вопроса нет и никаких там проблем нет. Это большой задел нашим потомкам, молодежи. Я думаю, федеральная власть тоже заинтересована. Но такое впечатление, что Москва хочет, чтобы хотя бы внутри самой России была какая-то стабильность.